Здорово, пацаны. Немного изменили Гренери. Сейчас чекнем, что сделали. Сейчас на власти все выглядит симпатичненько, как прежде. Но если выйти, то сразу видно, что ласт стал немножко короче. Расстояние от стены до точки и от точки до стены стало примерно одинаковым. Аммопак, который лежал раньше там, где сейчас лежат тишины, теперь лежит здесь. И с ним рядом маленькая аптека. Заборчик измененной формы. На него подробнее посмотрим на другом власти. Здесь практически ничего не поменяли. Освещение поменялось на всей карте, поэтому она выглядит просторнее. Здесь все осталось по-прежнему. Мы убрали огромный контейнер. Выход по узкой такой же, как прежде. На фонаре сидеть, по-моему, по-прежнему можно. Но сам мид стал выглядеть шире. Во-первых, потому что его реально расширили. Во-вторых, опять же, из-за освещения. Добавилось такой вот темный закоулок с маленьким маммопаком на широкой с каждой стороны. Залезаю на катволк, чтобы было лучше видно, насколько стал просторнее центр. По-моему, это самое положительное, что можно было сделать в Гренери. Выходим на Ярд Синик. Здесь тоже нету огромного контейнера. В дроп по-прежнему можно залезть, на фонаре сидеть. Здесь все примерно без изменений. В гараже все по-прежнему. Но если идти по вот этому вот туннелю до дропа, то раньше здесь были ящики. Теперь здесь попросторнее, опять же. Вообще весь Гренери стал просторнее. Это большой плюс. Здесь все тоже сильно не поменяли. То есть, если что-то и поменяли, то это незаметно на первый взгляд. А здесь убрали раму. Лол. Трубы и прочее, все так же, как и было. Вот этот забор, который симметрично изменили на каждом из ластов, за него теперь удобнее спамить. Сам ласт стал покомпактнее. И забор с правой стороны от лица тех, кто из этого ласта выходит, имеет теперь обе щели. И с одной стороны, и с другой. Такие вот изменения, пацаны. Как-то так.